Добро пожаловать на канал! Сегодня приготовила нежнейшую куриную печень с карамелизированным луком за 3,5 минуты. Мне понадобилась куриная печень. Заранее я ее зачистила от пленок, от жира, промыла и порезала на порционные кусочки. Таким образом подготовила всю печень. Одну небольшую луковицу нарезала на тонкие полукольца. Хорошо разогретую сковороду налила немного растительного масла, добавила небольшой кусочек сливочного. Отправила обжариваться лук до мягкости, до прозрачности. Затем к луку добавила чайную ложку сахара и закарамелизировала. Когда лук позолотится, можно перекладывать его в тарелку и в эту же сковороду выкладывать кусочки куриной печени. Куриную печень обжаривала до тех пор, пока она не запечаталась и не перестала выделять сок. Затем добавила небольшой кусочек сливочного масла и немного растительного. В печень добавила 2-3 половника горячего куриного бульона и по вкусу специй. Я использовала 1 чайную ложку розовой гималайской соли, она намного вкуснее обычной, чайную ложку черного молотого перца и сок половинки лимона. Сок лимона придаст приятный вкус и аромат и уберет специфический запах в печени. В таком виде все протушила в течение 3,5 минут. Печень, приготовлена таким способом, остается мягкой и нежной. Можно подавать ее к столу. Тарелку гарнирую отварным рисом. Также к печени хорошо подойдет картофельное пюре. Выкладываю кусочки печени. Сверху поливаю вкусным соусом, карамелизированным луком и немного свежих овощей. Получается очень вкусно, сытно, просто и по-домашнему. Печень вкусная, нежная, мягкая. Готовьте и вы, готовьте со вкусом. Приятного аппетита! Всем пока, до новых встреч!